Вопрос подготовки подрастающего поколения физически развитым, интеллектуальным, чтобы в любой экстремальной ситуации действовать спокойно и квалифицированно, не первый год выполняет белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Структура начала работу 14 октября 2001-го. Спустя год отделение сформировалось в Бобруйске. Сегодня здесь более 100 девушек и парней разного возраста. Основная задача организации – это формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности, основ безопасного поведения, ну и попутно обучение их оказанию помощи в той или иной чрезвычайной ситуации, если это не угрожает их жизни. То есть самое главное при чрезвычайной ситуации для детей – это в первую очередь защитить себя. С раннего возраста дети должны знать, как реагировать на нестандартные жизненные ситуации. Соблюдая правила безопасности, они смогут принять правильное решение – защитить себя, близких, имущество. В Могилевской области насчитывается более 6 тысяч членов организации. Мне само по себе вот интересен такой вот как вид спорта. Само вот нравится такие вот как профессии МВД, МЧС. В тренировках обычно мы изучаем как ОБЖ, медицину, и у нас тренировки по боевому развертыванию. Мы, наша команда, очень долго готовились к этому слету, но вышли, показали свои возможности и заняли первое место. Достигать мощных результатов ребятам помогает их педагог, который курирует организацию от средней школы номер 24. Еще с юношества Анастасия Грузинова состояла в тех же рядах. В 10 классе представляла Бобруйский район в области. Сейчас учитель по немецкому передает опыт будущему поколению. Через пару дней ребята покажут способности на слете юных спасателей пожарных и представят Бобруйск на областных соревнованиях. Подготовка началась еще в сентябре. В этом году им предстоит пройти 6 испытаний. Это оказание первой медицинской помощи, знание основ безопасной жизнедеятельности, боевое развертывание, пожарный кроссфит и одно такое из сложных испытаний – это сводно-полевые учения и строевая подготовка. На сегодняшний день молодежное общественное объединение – одно из крупнейших в Беларуси и действует во всех регионах страны. Деятельность также направлена на гражданское патриотическое воспитание, развитие спорта и туризма. Активных и целеустремленных всегда рады принять в ряды. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.